Ну как, братва, отдохнули? Если круто, то мы за вас искренне рады. Если было несколько тяжко, сочувствуем и понимаем. Если бабло кончилось, не понимаем однозначно. Работать надо, а не отдыхать. Тем более, учитывая реальное экономическое положение 1/6 части суши, реально плетущейся в пятом десятке. Чем занимался автостоп? Второго, с трудом понимая, что необходимо настраивать компы, работали. А далее по полной программе. Съемка, монтаж и пьянка, но после 7. И в результате абсолютно новый, ваш любимый автотелеторч. Первый репортаж которого мы начали на льду Магнитогорского пруда. Нет, мы не тормозим. Конечно, видели неумелые попытки преподнести преимущество полного привода, которые реально рвутся на части реальной тачкой от Форсажа и от дяди Вити. Мужика, пропагандирующего здоровый образ спортивной жизни. В данном конкретном случае автоспортивной. Будут ли далее репортажи? Of course. Так же, как и будет собственный адресочек в паутине. Где мы замочим критиков, спонсоров из собственного кармана. А именно такие, и ваши ненаглядные в том числе, делали и трассу, и репортажи. И это занятие будем делать всегда. Так же, как будем всегда защищать интересы альтруистов, энтузиастов и приколистов. Бесплатно. Меценатов за скромный гонорар. Повзрослели ли мы? Да, на голову. Приобрели ли независимость долгожданную? Да. И поэтому мы, как профессионалы, а не дилетанты, будем со своей колокольни и хвалить, и мочить. Возможно, кто-то недалекий скажет, опять они прыгают выше собственных возможностей. Но в наших возможностях и сборка мебели, есть и такой диплом, и теплоэнергетика, и многое другое. Но этот продукт эфира и эти гонки для города, которым явно недостает радости, теплоты и взаимопонимания. В городе какого-то ляда, не забывшего выключить войну, и не понявшего, что реальные ценности – это простые, пусть и забитые жизнью и начальством люди, с которыми мы встречаемся и получаем удовольствие, потому что мы такие же, как и вы. И небожителями быть не хотим и не будем.